Ладно, молодец, Володя. Он что-то сегодня съел, наверное. Ну, здорово, так? Он не делал разворот на моей памяти еще никогда. Чувствуется школа Сергея Гайко. Здорово. Ну, Володя, может, оказывается, подлез, когда захочет, да? Владимир Полянский. Получает за этот заезд, но еще не закончен заезд. Из города Витебска. Давно мы его не видели. Сменили Peugeot 206 на BMW. Троечку специально подготовленную с дугами безопасности. Все как положено, но давно не ездил, но едет. Честно говоря, удивил. Я не думал, что он в такой прекрасной форме до сих пор находится. Выходит на второй круг. Подождите, я напоминаю, сегодня проходит кубок Артур, являющийся генеральным партнером акции в этом году. И борьба за этот трофей будет проходить 6 этапов по всем областным центрам. Сумеет ли он объехать? Ай-яй-яй-яй-яй, выбила передачку. Выбила, а потеряла имени пошла, конечно, уже. Секундочку, повтори, потерял он на развороте. Саша все это учтет, конечно же. Выступают на Peugeot 205. И пока ребята едут очень-очень прилично. Александр является лидером после двух заездов. Александр, и позже, пока мы видим, что Евгений сейчас на тормозе.
большой был. Что-то ты, Сергей, переборщил. Перехвалил, как всегда, да, Сережу. Пилончик можно было вернуть на место, если возможно. Судья, попрошу, судья, верните, пожалуйста, пусть его второй. Так, 5 секунд есть, Сережа. Никогда. Еще бы, 400 лошадиных сил под капотом, во-первых. Что-то все так и норовят. Не так же, как у Алексея получилось, но зато зрелищно. Ох, как на одном дыхании пытается Андрей выехать из лорика, это получается. Без ошибочки, без остановки. Москвич, там ехать. Тяжеловато. Вдруг там Андрей встал. Ну да. Все так и на... Поехал лидер Александр Цедрих. Ну что, Дворик покорился. Чисто. Ай-яй-яй-яй, а вот и не чисто. 5 секунд. Ай-яй-яй-яй-яй. Это много. Это много. А сейчас и было так близко. Да, полностью выкручена первая передача, мы слышим, натужно ревет. Что ж, не решилось, с каким временем? Ух ты, куролесов-то Дмитрий-то, а? Нет, с такой ездой сегодня так будет сложно, Дмитрий.
идет на второй круг. Разгон, конечно, у машины очень быстрый. Сбит, ну так, Анатолий Филимонов. Но в этот раз он не настолько зрелищно. Помнится, в Бобруйске на двух колесах вообще ехал, выполнял этот разворот. Вот, дорогие друзья, наглядная демонстрация того, не в упор пилоту и владельцу этого автомобиля, но делайте выводы, я надеюсь, он тоже сделает выводы тоже. Повышение дорожного просвета на требованиями заводской документации приводит не только к тому, что в какой-нибудь такой экстремальной ситуации машина едет на трех, а то и на трех колесах. Самое главное в этом – это изменение управляемости автомобиля. Если вот так наклонен будет нос автомобиля, то это изменяет угол наклона стойки, кастер так называемый. Машина становится более нервной, более вертлявой, более желающей стать на 2-3 колеса в момент сброса газа или торможения в повороте. С этим наш пилот успешно борется, кое-какая подготовка очевидна, но тем не менее, я вас заклинаю, друзья, не старайтесь, что ваш автомобиль будет пускать больше груза, приподнять заднюю часть проставками, или пружинами, или еще чем-нибудь. Это очень опасно в неподготовленных руках. Наш начинающий спортсмен уже это понимает, поэтому его высокий автомобиль не падает, а просто выполняет маневр. Ну вот наш пилот, который не раз уже приводил нас в восхищение, мастерством на большой и достаточно тяжелый для такого размера трассы машины. И с этой трассы вот, чтобы не сгладить, это уже и я. Анатолий, ну я поэтому страхуюсь. И, слава богу, все происходит нормально. Мне говорят, молчи. Молчи. Тем временем Саша еще один поворот во дворике, разворот на 180 выполняет. Чистенько. Александр Еленский тоже. Посмотрим, опять дворик злополучный. Удастся ли чисто? Чисто. Выход. Молодец. Александр все-таки приобрел некоторый опыт. Участвует в чемпионате, который буквально у нас в июле. Вот мне коллеги подсказывают, чему нас учат в автошколах обычных. Первая передача только для трогания. Разворот. Молодец, обхитрил всех, но сбил при этом фишку, но зато как зрелищно! Давайте поаплодируем, уважаемые зрители! Молодец!
Молодец! Я даже не ожидал, что он так вот не стал ехать куда-то далеко, зачем куда-то разгонять где-то на машину. Но пока вот с Муриком мы видим, осталась проблема. Ну, возможно, это и плохо работающий ручник. Нет, ну, три присеста тоже занадто. Можно и четвертый, конечно. Нет, не понадобился. Так, хорошо. Ну, что делать? Опыт приходит со временем. Молодец! Молодец! Вот так вот и вперед! Он уже посмотрел на лицо, был, он вспотел еще до заезда. Я представляю, как сейчас жарко ему. Волнуется человек, конечно. Сразу ударяет пот. Руки скользят по рулю. За счет контрсвещения хотел попробовать быстро развернуть, но не получилось. Дорик, я понимаю, остался для Алексея непознанным на сегодня. Но зато как красиво 360 едет, да. Еще успевает моргать кому-то там. И на второй круг, Леша, ускоряемся. Уважаемые зрители, напомню, что масла «Чемпион» до сих пор доступны по суперценам. Подходите к автобусу, спрашивайте масла «Чемпион». Это как пароль. И вам продают это все по невероятно низким ценам. Пробить заделось, а? Ух ты, как ты... Молодец, она еще сейчас на втором месте, кажется. Подождите, подождите. Что-то рано радовался, наверное, мне кажется, Филимонов. Сейчас Мария идет с таким временем, что может и обойти его. Правда, одна, ох, одна сбитая. Даже, или одна, да? 5 секунд. Там есть, к сожалению, Мария. Под колеса не бросаться. Дима. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не рассчитывай. Быстрее, на финиш, Димич. Финиш здесь. И время.